Друзі, радий вітати всіх разом з нами. Ви на ютуб-каналі Фабрика Новин. Мене звати Юрій Бібік. Спасибі за ваш вибір, він є абсолютно правильним. Чекаємо на ваші коментарі і лайки щодо цього відео і під цим відео відповідно. Ну і також на підписку на наш ютуб-канал. Вас дуже багато, ми вам за це вдячні. Вдячні будемо також, якщо скористаєтесь нашим інструментом, опцією, так би мовити. Називається вона спонсорство, всі деталі на головній сторінці нашого ютуб-каналу. Перейдемо до розмови. Абаз Галямов зі мною, це політолог, політтехнолог. Здравствуйте, я вас рад привітати вас. Здравствуйте. Огромное спасибо, что в наше время выйти к нам на связь, потому как очень много тем к обсуждению накопилось, а времени, к сожалению, не так много. Поэтому давайте начинать. И начать я хотел бы со следующего. Издание «Известия» сегодня сообщило о том, что, значит, всех военных преступников, которые принимали участие в этой войне, которые принимали участие во вторжении в нашу страну, их Кремль, собственно, будет выдвигать на будущих выборах. Скажите, пожалуйста, как политтехнолог, как и к чему это может привести? Правильно я понимаю, что это образ будущего для России? Когда люди, которые насиловали здесь женщин и детей, убивали и так далее, будут у власти. Сейчас там тоже такие присутствуют, конечно же. Но вот все же, это уже очевидная история, да? То есть для россиян это уже очевидно. Готовы будут поддержать? Нет, знаете, в реальности у вот этой истории не столько электоральный смысл, то есть не столько смысл в том, что мы вам, россияне, дадим вот этих кандидатов, а вы за них голосуете, сколько смысл пропагандистский с точки зрения вот текущей ситуации. То есть выборы у нас в сентябре, и вот для них важнее сейчас об этом значит, прокукарекать с тем, чтобы ну вот повысить популярность там мобилизации, которая предстоит, значит, ну вообще военной службы там, да, то есть это демонстрация заботы, это не столько попытка убедить избирателей в том, что вот эти военные хорошие, сколько попытка убедить вот этих условных военных, которых сейчас мобилизуют, да, в том, что, ребята, оно того стоит. Вот вагнеровцев сейчас, там же целая серия таких инициатив, значит, Пригожин обратился, например, к руководству ведущих российских вузов, типа МГУ, МГИМО, с предложением организовать прием для этих ребят, которых он, значит, освобождает вне конкурса. Вот, ну то есть, значит, смотрите, как хорошо воевать, условно говоря. Да, вы после этого либо в МГИМО поступите, либо депутатом станете, либо в мэры вас изберем, либо аж губернатором станете. Ну, то есть это демонстрация заботы об этих людях. Да, они же не могут их нормально экипировать, нормально обучить. Мы же видим, что сама по себе мобилизация ну, превратилась в один такой сплошной скандал, когда людей там не обутых, не одетых, не обогретых бросают куда-то в поле, там они живут там в палатках на фоне начинающейся зимы. Потом их везут без, значит, без офицеров, там, не обучив. Там многие там по одному разу постреляли, а некоторые даже по одному разу не постреляли там на стрельбище. Везут куда-то там в поля, бросают в первой линии окопов, там, где даже офицеров нет, потому что офицеры не дураки. И они, ну, их там уничтожают в первом же бою. И вот это такая базовая картина. Да, и тут, ну, как бы, ну, она не привлекательная, да. Мало кому захочется в этом поучаствовать. Поэтому за мобилизуемыми там бегают, значит, с фонарями и ищут их и ловят их с собаками. Вот прям в Москве, возле метро, там облавы устраивались, да. Вот. А сейчас они, ну, обеспечивают пропагандистскую подготовку, значит, к новой волне мобилизации. И к этому делу подключили единороссов. Единороссы говорят, ну, что мы можем в этой ситуации сделать? А давайте мы им пообещаем, что мы их кандидатами выдвинем. О, отличная идея, давайте обещать. Понимаете? А если говорить с точки зрения, вот, собственно, электоральных, как россияне будут за этих героев голосовать? Ну, тут, конечно, как раз, вот я как политтехнолог рассуждаю, значит, как раз больших перспектив нет, потому что
Понимаете, вот это основная масса так называемого патриотического избирателя. Ну, во-первых, она сейчас вот сама по себе, вот эта масса, которая там честно поддерживает эту войну, искренне поддерживает эту войну, она по размерам точно не больше, чем масса людей, настроенных решительно против войны. Вот. Сочувствующие к ней, да, они обеспечивают большинство, ну, не то, что сочувствующие, а тянущиеся к ней. Но эти тянущиеся принципиально отличаются от ядра этой группы тем, что они поддерживают это не потому, что считают это правильным, а потому что боятся сказать что-то против, боятся даже подумать против. Ну, такие вот мирные обыватели трусоватые, они, ну, привыкли просто подчиняться начальству. И мысль о том, что можно там спорить с Путиным, ну, она их пугает. И вот, в общем, вот, но вот эти колеблющиеся, они внутренне, поскольку внутренне им все это не очень нравится, вот в качестве драйвера, о, этот кандидат воевал, пойду за него проголосую, это не сработает. Для него это не аргумент. Может, даже это скорее аргумент против. Ну, скорее просто так. Вот. Ни за, ни против. Просто не обращу внимания на это. Для ядра сторонников этой войны, в принципе, ну, это аргумент, да, я вроде как должен пойти за него проголосовать. Но, во-первых, скажу, что этих людей не так много. Ну, условно, конечно, там по-разному в разных округах очень будет, там в сельских округах больше, в городских меньше, там. Но в целом это процентов, ну, 20, может, от общего числа избирателей. Самое важное, что эти люди в целом очень политически пассивны. Значит, многие из них вообще на выборы не ходят. И, значит, второе важнейшее в нынешних условиях обстоятельства – это то, что они в целом деморализованы. Им не нравится то, что нет победы. Да? И они уже на эту войну смотрят криво, не с точки зрения того, что там зря напали, там украинцев убивают, люди гибнут. Там. Нет. Ну, вопрос, а где победа? Так воевать-то не умеем, оказывается. Косорукие оказались. Вот. И в этой ситуации люди на выборы не ходят. Вот когда они демобилизованы, вот так, понимаете, морально-этически демобилизованы, я имею в виду, они на выборы не ходят. Они без того не очень электорально-политически активные люди. А тут они еще и... Ну, то есть, что ходить голосовать? Вы воевать научитесь? Что я за вас еще пойду ноги топтать? Короче, ставка на эту электоральную группу, как на базу поддержки, которая придет и проголосует за этих героев, так сказать, но она может не сработать, она ненадежная. А зато, что я вам могу гарантировать, это то, что противники войны, а их, повторюсь, в целом даже поболее, чем вот это ядро поддержки войны, да, их, ну, как минимум, значит, процентов 30. А вот они, скорее всего, во-первых, они в целом более активны в политике, это в целом российские оппозиционеры, они более политически активны, чем лоялисты. Вот. Во-вторых, власть же лишила их любой возможности каким-то образом участвовать в политическом процессе. То есть возвысить голос против они не могут, выйти на улицу они не могут, в соцсетях что-нибудь напишут, тебя посадят. Ну, поэтому они, вот у них нет выхода, в них кипит, а выхода найти не может. И тут выборы. И еще какой, понимаете, и еще нам какого-то подсовывают кандидата, который там воевал. Да пошли вы, извините за выражение, к такой-то матери. Понимаете, вот какая эмоция, я пытаюсь эмоцию изобразить. Конечно. Этого. Поэтому эта история приведет к реальному риску, что будет мощная волна протестного голосования. Лояльного не будет голосования, а протестное голосование будет мощное. Поэтому с точки зрения электоральной эта идея очень плохая. Вот как политтехнолог говорю, она очень рискованная, она реально может не сработать. Но если говорить не с точки зрения политтехнологической, а, наверное, с точки зрения такой уже политической, то я бы вообще сказал, что это с точки зрения Единой России, ну, такая халтура. Война становится все менее популярной. Ее, скорее всего, выиграть не удастся, уже все на это указывает. Даже самые упертые патриоты уже понимают, что свергнуть режим Зеленского, как они там мечтали в самом начале, ну, не получится. Максимум, на что сейчас россияне могут рассчитывать, это то, что им удастся, вот для них там потолок мечтания, это захватить, значит, там Донецк, Луганск целиком, вряд ли получится. Хотя бы то, что захватили, удержать, вот это предел мечтания. Понимаете? Но это, значит, ну, не то, что
вдохновляет в целом россиян. Да, это не то, что их вдохновит. Война с точки зрения общественного мнения уже проиграна. И лучшее, что может сделать Единая Россия сейчас, чтобы помочь Путину, это придумать вообще что-то, какой-то новый проект идеологический, там, я не знаю, социализм строить, там, я не знаю, еще что-то, ну, какое-то внутреннее обустройство. Ну, переключить внимание с проигранной войны на что-нибудь позитивное, что-нибудь другое, что-то, что вдохновит разочарованных избирателей, понимаете? Вот что они должны, по идее, сделать, чтобы поддержать своего национального лидера, так сказать. Они вместо этого, как захребетники у него на спине повисли, война все менее популярна, они такие: ура, мы сейчас военных этих участников СВО будем выдвигать в кандидаты. Ну, то есть это просто свинство и все. Вот мне и так тяжело, я еле иду, сгибаюсь, да? Украинцы меня бьют со всех сторон. А тут еще вы на мне повисли, значит, едете. Ну да, в целом позиция ясна. Я, вы знаете, хотел бы вас как специалиста попросить оценить два аспекта. Первый состоит в меняющейся риторике Путина. Я обратил внимание, что в его обращении вот 24 февраля прошлого года он говорил, значит, мною принято решение о проведении так называемой спецоперации. Сейчас, я могу ошибаться, исправляйте, это все свелось к тому, что, ну вот мы посовещались, вот Минобороны предложила, давайте это примем. Вот такое решение, не я уже ответственен другой, или другой человек, другая институция. Что думаете по этому поводу? Есть вот эти изменения, о чем они свидетельствуют? Есть, есть. Ну, это поведение классического бюрократа. Путин обюрократился, он потерял... На самом деле даже нельзя сказать, что он потерял политический нюх. У него его и не было никогда. Ведь, строго говоря, Путин же такой политик, взрослый в пробирке. Он никогда, вот до того момента, пока его не, так сказать, откуда-то не вытащили, там не вот так отряхнули и не поставили перед россиянами, вот, мол, дескать, смотрите, это ваш президент, он до этого в выборах никогда не участвовал, так сказать, толп там на улицах не заводил, да, на митингах не зажигал. Значит, никаких доказательств его политической активности до того, как его поставили президентом, в принципе, не было. Он да и став президентом, он что, в дебатах, что ли, участвовал когда-нибудь? Нет, не участвовал. Всегда ему подбирали там аккуратненько, так сказать, тех соперников, которых он легко победит. Вот. А реальных конкурентов всегда куда-то задвигали, потом, ну, там, сажать стали, убивать. Поэтому... Он не является политиком в строгом смысле слова. Да, вот тот рейтинг мощный, который он себе нарастил, он является результатом крайне удачного стечения обстоятельств той конфигурации, которая сложилась к концу 90-х годов. То есть тогда запрос на наведение порядка, на сильную руку в России был настолько сильным, что... Значит, достаточно было вот их продемонстрировать, и россияне, поскольку они до этого разочаровались в Горбачеве, после этого разочаровались в Ельцине, они настолько хотели прям, ну, как говорят, красота в глазах смотрящего, да, они настолько хотели сильного лидера, что когда Путин начал эти качества демонстрировать в искусственно создаваемых условиях, они влюбились в него, они бросились к нему, и они очень долго боялись в нем разочароваться, потому что интуитивно они понимали, что если мы в нем разочаруемся, то опять вот та пустота, то ощущение хаоса, распада социальности, которое было в 90-е годы. Возвращаться в них не хотелось, поэтому вот они... Ну, это просто он оказался в идеальных условиях, да? А строго говоря, вот политикам... Вот Гитлер, да, он, ну, он политик в том смысле, что... Ну, вот они сейчас вроде творят там похожие вещи, да, Путин с Гитлером. Но Гитлер пришел к власти сам. Ему же никто ее не принес на блюдечке. Он прорывался наверх на протяжении 10 лет, значит, боролся за власть и прорвался снизу из оппозиции. В этом смысле у него был политический опыт, очень негативный, но тем не менее он был. А у Путина, я говорю, он же из оппозиции во власть не рвался. Да, это было очень в высшей степени искусственное такое решение. И в общем, поэтому Путин никогда не был по-настоящему политиком. Он скорее все-таки является бюрократом. И вот это поведение, о котором вы говорите, уход от ответственности, такой крайне примитивный, неспособность ответственность взять на себя. Это, вот, взять на себя ответственность за проигрыш, за непопулярное решение, это решение политика, это решение сильного человека, ну, сильного политически. А Путин
таковыми не являются. Поэтому да, это все, что хорошее, это я молодец. Все, что плохое, это Генштаб, Минобороны, там, правительство, губернаторы, олигархи, американцы, украинцы. Ну, то есть всегда у него кто-то крайний есть за его собственные косяки. А вот эта вот рокировка, значит, Герасимов, Суровикин и прочее, прочее, это та же история, это продолжение этой же истории, или в чем здесь дело? Показать, кто здесь хозяин, так сказать, это борьба между вот этими кланами, так называемыми. Что произошло? Ну, вообще, конечно, это выглядит как такое, как паника уже. Ну, то есть ты, у тебя ничего не получается, дела идут все хуже и хуже, ты это чувствуешь, ты нервничаешь и в истерике там вот делаешь то немногое, что тебе остается делать. То есть ты лучше всего что сделать? Взять и победить. Да? Но это у него не получается. И вот поскольку нельзя сделать главное, победить, ну, приходится заниматься вот второсортными делами, значит, переставлять кровати там в этом в борделе. Вот воспринимается это так. То есть сначала он в начале осени слишком много эмоций вложил. То есть тогда он слишком разочаровался в официальной армии, ему показалось, что вот эти партизаны, Пригожин, там, типа Кадыров, да, ну, то есть самостоятельные игроки, они лучше воюют, и надо на них ставку делать. И он, ну вот, очень сильно на их сторону встал, да, они, особенно Пригожин, почувствовали себя на коне, начали публично там оскорблять вообще представителей вертикали, даже там до Медведева добрались. Кремль, Пригожин не дали как дня 3-4 назад обвинил там в том, что Кремль против него черную пиар-компанию заказал. Представляете, администрацию Путина уже обвинил. Вот. Ну, то есть стал себе позволять то, что, в принципе, не должен позволять, да. Герасимова так вообще буквально матом-то посылал публично. И Путин, вот тогда ему казалось, что вот, пригожинцы меня спасут. И он, ну, сильно опустил вот официальных военных. А сейчас он, видимо, почувствовал, что зря я вообще... И они не так плохо воюют, как казались. И он вовсе не так хорош, как изначально мне показалось. Ну, что, он же ничего не сделал. Бахмут не взял. Хотя обещал, значит, ну, никаких прорывов не совершил. То есть все то, что он делает, они на самом деле тоже делают. И, ну, а он же чувствовал, на самом деле, вот как бюрократ, что на самом деле, конечно, Пригожин вот этим своим поведением разрушает бюрократическую вертикаль. Потому что бюрократическая вертикаль, она вся, конечно, держится на иерархиях. Да? А какие тут иерархии, когда уголовник, там, председателя правящей партии, его политические прогнозы называют публично эротическими грезами. Когда он, значит, начальник генштаба, ну, публично материт, да, значит, когда он там одного из главных генералов называет публично бездарем, там, ну, и так далее. И он понял, что я делаю, я государство своими руками разрушаю. Ну, то есть и он понял, что вот он слишком в тот момент много эмоций вложил в Пригожина, и это было сделано зря. Мне кажется, что сейчас он начал вот тех, кого он тогда подопустил, он, ну, пытаясь продемонстрировать вертикали, что, ребята, я свой. То есть он же всегда держался за счет того, что бюрократия считала его своим, там, главным бюрократом. Вот, и была лояльна по отношению к нему. А сейчас эта лояльность оказалась под вопросом, потому что... А что, у нас в стране нет порядка, получается? Ну, то есть я вот как бюрократ сижу, смотрю, значит, что происходит, и вижу, что какой-то уголовник по фене ботающий, там, главный человек в стране, да, главный ньюсмейкер, а Медведев, бывший президент, и там оплот, казалось бы, там, прогресса, матерится там чуть ли не матом там в Твиттере, то ли пьяный, то ли истерика у него, там, чушь какую-то пишет, ну, Бреттон-Вудские соглашения пытаются денонсировать, которые не актуальны уже лет 40, как 70-х годов, почти 50 лет уже. И, значит, ну, я на все это смотрю, я понимаю, что нет уже порядка социального, нечего ценить. Нету стабильности той самой, о которой мы так долго говорили. Причем ее не Навальный обрушил какой-нибудь, а ее эту стабильность сам Путин разрушает. Я становлюсь в этой ситуации нелояльным по отношению к Путину. И я думаю, Путин это все в целом почувствовал, что он почувствовал, та вертикаль власти, которую он столько лет строил, она разрушается сейчас семимильными шагами. Вот, и я думаю, он попытался сейчас вот восстановить некоторым образом баланс, устранить некоторые перекосы, продемонстрировать вот этой системе в целом, да, что он все-таки
свой, что система это для него главное, это его оплот, опора. Наверное, как-то так. Огромное спасибо вам за время, которое вы нам уделили. Это было очень интересно. Спасибо, до свидания. Всего хорошего, спасибо.